Добрый вечер. Новости на телеканале «Хабар», в студии Марат Мухаметсалиев. Четвертьвековой юбилей отмечает сегодня Комитет национальной безопасности Казахстана. Сотрудники одного из самых засекреченных ведомств стоят на страже интересов страны с 13 июля 1992 года. С праздничной датой сотрудников комитета поздравил президент Нурсултан Назарбаев. Дамир Абуов об опасной и нелегкой службе бойцов невидимого фронта. Их деятельность зачастую остается незамеченной, но за четверть века Комитетом нацбезопасности проделана огромная работа. Только за последние годы казахстанские спецслужбы предотвратили около 100 насильственных акций террористов. Силами КНБ уничтожено 120 международных наркогруппировок. Из незаконного оборота изъято больше 400 тонн наркотиков. На торжественной встрече в честь 25-летия КНБ президент страны Нурсултан Назарбаев отметил, что сотрудники спецслужб в первых рядах защитников государственного суверенитета. История Комитета национальной безопасности нашей страны содержит много примеров подлинного героизма, беззаветной верности своей стране и народу. Отмечая 25-летний юбилей, мы обязаны вспомнить сотрудников, настоящих патриотов своей Родины, отдавших жизнь во имя сохранения мира, стабильности на родной земле. Уж такая у вас служба. К сожалению, вы идете на этот риск, добровольно вступаете в ряды этой службы. Серьезный вызов для Казахстана – терроризм. На борьбу с ним, впрочем, поднимаются не только спецслужбы, но и все общество, благодаря чему и удается эффективно этому злу противостоять. Говорил президент и о важности защиты цифровых данных. Не забыли в этот день и о тех, кто ценой своей жизни защитил покой страны. Их память почтили минутой молчания. Среди присутствующих в зале находились и жены погибших сотрудников. Посмертно орденом Айбын второй степени Нурсултан Назарбаев наградил Ерганата Кошербаева. Награду глава государства вручил лично его супруге. Наградами были отмечены и другие сотрудники. Уважаемый господин верховный главнокомандующий, для меня, бойца службы специального назначения А Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, высокая честь получить из ваших рук государственную награду. В честь 25-летия Комитета национальной безопасности перед собравшимися в зале выступили популярные казахстанские исполнители. Завершением праздничного мероприятия стало фото на память с президентом. Дамир Абуов и Бахтияр Рзаев. Итоги дня. Сегодня же президент Казахстана встретился с руководителями органов нацбезопасности стран Содружества. Нурсултан Назарбаев отметил важность сотрудничества и взаимодействия спецструктур на международном уровне. Это необходимо для обеспечения безопасности в регионе. Президент подчеркнул, перед спецслужбами всех стран стоят общие задачи, решать которые в одиночку тяжело. Все мы давно друг друга знаем. Президенты – близкие для меня люди. Все вопросы сообща решаем. То, что вы приехали, посмотрите Астану, побываете на Экспо. И, я думаю, много впечатлений получите. Я искренне благодарю. Прошу передать моим коллегам, президентам, низкий поклон, самые добрые пожелания. Мы всегда будем все делать, чтобы было хорошо всем. Спасибо. Надеемся на дружбу и тесное сотрудничество с нашим комитетом. И сегодня же президент подписал указы о назначении депутатов Сената Республики Казахстан. Так в состав Верхней Палаты Парламента войдут Сауле Айтпаева, Владимир Волков, Бахыржан Жумагулов и Талгат Мусабаев. Выставка «Экспо», порядок на которой тоже во многом дело рук спецслужб, продолжает удивлять посетителей. В Астану ожидается приезд популярных корейских певцов и артистов. Неделя Южной Кореи на «Экспо» стартует 18 июля. За месяц проведения выставки «Экспо» в Астане корейский павильон стал популярен и узнаваем. И не только благодаря интересному фасаду, но и бесконечным очередям, которые здесь каждый день. Что же там такого интересного? Давайте посмотрим. В
Первая зона – пролог. Демонстрирует история развития энергетики Республики Корея, начиная с ископаемой и заканчивая так называемой мегаэнергией. Фильм показывает сильные стороны Южной Кореи как энергетической державы, которая позволяет внедрять новые технологии. История повествуется на основе рисунков известного в стране художника. Этот зал устроен таким образом, что зрители могут подумать, что на этом павильон, собственно, и заканчивается, пока не откроется потайной ход, который приведет вас в следующую комнату. Здесь показывают шоу под названием «Энергия будущего. Умная жизнь». С помощью него организаторы хотят обратить внимание на проблему ограниченности ресурсов. Фильм в какой-то момент неожиданно превращается в концерт. После выступления посетителей ждет познавательная экскурсия в так называемый инновационный лес. Здесь каждому выдают электронных помощников, которые помогут познакомить вас с решениями Кореи в области энергии будущего. Наводя планшеты на деревья, вы узнаете больше. Например, что в Корее электроэнергию распределяют давно уже не люди, а умная система. Из другого дерева можно узнать, что ветрогенераторы сегодня могут давать электричество не только в дома, но и для автомобилей. Если они, конечно, работают не на водороде. Такие тоже здесь представлены, причем авто просто разрезали поперек, чтобы в прямом смысле увидеть, как это работает. Ну а после того, как посетитель обойдет большинство деревьев, он по праву может считать себя гражданином зеленого города. Асхат Ниязов и Санжар Жартиев. Итоги дня. Пешеходный переход, который заряжается солнечной энергией, появился в Актау. Пока это экспериментальная установка, построенная на средства спонсоров. Если новшество себя оправдает, то такие переходы уже за счет городского бюджета будут устанавливать на опасных участках дорог. При пасмурной погоде запаса энергии хватает на 40 часов работы в ночном режиме. Особенность комплекса – оснащение видеокамеры, которая также работает от солнечных батарей. Не то, что пешеход, и даже людей плохо видно. Вчера вечером я проезжал и заметил, что пешеход очень хорошо освещен. Я думаю, надо везде по городу поставить такие же пешеходные переходы, освещенные. Новые технологии утилизации растительных отходов предлагают ученые из Кызылорды. Отходы рисового производства здесь планируют применять в строительной отрасли. Райхан Тажибаева об инновационных проектах. Ежегодный урожай риса в Приорале больше 400 тысяч тонн. Около 10% – производственные отходы. Еще вчера от них просто избавлялись. Сегодня рисовая шелуха – один из главных компонентов легкого бетона – арболита. Используем только местное сырье. Это зола и стец. Несколько видов химических добавок, жидкое стекло и хлорид кальция. Производственных затрат вдвое меньше. Отсюда низкая себестоимость арболита. К тому же данный метод безвредный для окружающей среды. Ученые университета нашли применение и нефтешламам. Разработали способ преобразования токсичных отходов в высокоэффективное энергосырье. Ноу-хау, говорят, можно использовать в производстве строительных материалов, к примеру, керамзита. Эта технология прошла испытания в цехах Уральского керамзитового завода. Разработка обеспечивает производство доступным сырьевым ресурсом, снижая труды и энергозатраты. В результате испытаний мы получили сертификат соответствия, подтверждающий исключительные физико-механические свойства продукта. А проектная Бедаужанова позволяет минимизировать затраты производства железобетонных конструкций при помощи гелиотехнологии. Молодой ученый предлагает процесс термообработки изделий осуществлять за счет солнечной энергии. Райхан Тажибаева, Альхайдар Турлыханов. Итоги дня. Кызылорда. Британские политики планируют посетить выставку в Астане. На Экспо-2017 уже побывал принц Ричард, герцог Глостерский. Парламентарии из Лондона поддерживают идею создания международного финансового центра Астана на принципах английского права. Я надеюсь, что в ближайшее время снова смогу посетить Астану. Хочу побывать на Экспо. Я был в Казахстане в прошлом году и видел, как строились объекты будущего выставочного комплекса. Я был впечатлен. Кроме того, нравится идея, которая предполагает, что эти строения впоследствии будут использованы международным финансовым центром Астана и станут ядром финансовой инфраструктуры Казахстана. Эта тема нам тоже очень близка.
На игровой площадке «Экспо-2017» побывало 20 тысяч детей. Парк бесплатных развлечений занимает поле размером с гектар. Татьяна Ковалева окунулась в детство. Ого! Куриндерме! Полтора футбольных поля детского счастья. Каждый день с 9 утра до 11 вечера здесь насыщенная программа. Аттракционы, шоу и игры. На площадке «Экспо» очень интересно. Здесь такие горки, как испытания. Например, когда сюда вот залазишь, тебе надо дойти до верху, чтобы там скатиться с горки. Ну, типа это твоя победа за то, что ты залезала. Там в шале Нулалем очень сложно, ты боишься упасть. Когда поднимаешься и отпускаешься, там очень сложно. У меня даже есть медаль «Экспо». Это как? За что ты ее получила? Просто пел и мне дали эту медаль. Алып тулгабай салдар, манаулаган алатау. В день детскую площадку «Экспо» посещают от 2 до 5 тысяч гостей. Знающие советуют, лучше сначала обойти павильоны, а уже потом прийти на игровую площадку, потому что шансы уйти отсюда быстро невелики. Аналогов, я думаю, что в Казахстане не установлено вот именно такого оборудования. И я говорю, не только дети в восторге, и родители тоже, и некоторые приходят уже 3-й, 4-й раз именно из-за детского парка. Детский парк «Экспо-2017» принимает детей от 2 лет и старше, а вот ограничений по возрасту дальше нет. Если вы до сих пор считаете себя ребенком, то вам точно сюда. По словам аниматоров, взрослые, видя эти аттракционы, зачастую присоединяются к своим детям. Многие из этих сооружений могут выдержать большой вес, поэтому мамам и папам тоже разрешают окунуться в детство, что, собственно говоря, они с радостью и делают. И я тому не исключение. Татьяна Ковалева, Еркебулан Тлеугазы. Итоги дня. Экологи Усть-Каменогорска выступают за смену зеленого имиджа города. Специалисты определили 9 районов, в которых старые деревья представляют угрозу для прохожих. Вячеслав Ветлугин об эффективном ландшафтном дизайне. Ива белая вообще для Казахстана это уникальное дерево. Какие-то ценные деревья, особенно вот ива белая, они в нашем городе должны быть сохранены. Биолог Владимир Езинок обследовал каждое дерево в Усть-Каменогорске. Истории болезни своих зеленых пациентов он знает досконально. Причинам образования сухостоя специалист находит простое объяснение. Гниют деревья из-за возраста и неправильной обрезки кроны. 50-летние наспех подстриженные тополя. Углекислый газ, по мнению эксперта, почти не поглощают. А полезных для экологии хвойных насаждений в городе не больше 5%. Нужно сочетание, разумное сочетание где-то 50 на 50 хвойных и лиственных деревьев. Вот. Они кислородопродуктивные круглый год. Да, зимой у них фотосинтез снижается до минимума, но он все равно есть. Со студентами-дизайнерами Владимир составляет зеленую карту областного центра. Именно она станет инструкцией по созданию нового и экологически эффективного ландшафтного дизайна Усть-Каменогорска. Я прошел уже не один десяток километров по городу, обследовал около 1500 деревьев, зафиксировал их состояние, то есть больные деревья, еще какие-то особенности у них. Дупла, сухие ветви, все регистрировал, записывал и сейчас нашел как электронный вид. Представителей коммунальных служб доводы биологов, похоже, убедили. Благоустройство города впервые за много лет доверили профессионалам. Выиграла компания, которая имеет богатый свой опыт именно по озеленению в городе. Они работают по обрезке зеленых насаждений. Там работают квалифицированные специалисты, агрономы, которые знают именно в какой период можно сделать, как нужно крону сделать. Больше 2000 елей и берез высадят в новых городских микрорайонах. Причем прямо на скалистой почве. Чтобы молодая поросль приживалась даже на камнях, применят новую технологию. Саженцы обработают сохраняющим живительную влагу гидрогелем. Вячеслав Ветлугин, Дмитрий Пыхтин. Итоги дня. Усть-Каменогорск. 600 тысяч тенге штрафа грозит жителям Северного Казахстана за незаконный отстрел оленей и кабанов. В багажнике нивы сельчан полицейские обнаружили 3 мешка туш диких животных. Выявлено 11 фактов
нарушение природоохранного законодательства. С начала года на территории Североказахстанской области выявлено 499 фактов правонарушений. Парламентарии продолжают поездки по регионам. Депутат Мажилиса Глеб Щегельский сегодня ознакомился с ходом реконструкции автодороги Актобе-Орск. В ремонте трассы межгосударственного значения задействованы 100 человек и 50 единиц техники. Приехали с Хромтауска, с Атикибийского района. Смотрели также строительство в селе Дон с школы на 600 мест. Тоже по программе «Нурлы жол» выделено там 1 400 000 000 тенге. Строительство ведется нормальными темпами, отставаний нет. И это один из таких объектов ключевых для того сельского округа и для развития Хромтау в сторону агломерации. В Петропавловске на ремонт водопровода и канализации в этом году выделено свыше 1 000 000 000 тенге. Большая часть по программе «Нурлы жол», благодаря которой начнется реконструкция коллектора. Свой срок канализационный коллектор отслужил полностью. Не меняли трубы почти 60 лет. К работам приступили в конце мая. На данный момент выполнено 80% от плана. Модернизация проходит по госпрограмме «Нурлы жол». Помимо этого объекта, на деньги, выделенные из нацфонда, отремонтируют накопитель дамбу и проведут полную реконструкцию 4 насосных канализационных станций. Всего выделено на это мероприятие 683 миллиона на этот год. Также у нас есть три объекта, которые с прошлого года переходящие в связи с тем, что они были конкурса поздно проведены. Также у нас в этом году есть свой ремонтный фонд, это в районе 400 миллионов. Это замена водопровода и канализации. Отключений холодной воды в данный момент, по словам специалистов, в городе нет. А вот зимой из-за технических повреждений на водопроводе петропавловцы с этой проблемой сталкивались часто. Алла Испенова на себе прочувствовала, каково это зимой без воды. Очень это трудно, не знаешь, где воду брать. Сейчас трубы меняют, они все уже сгнившиеся, с дырками. Вот надеемся, что теперь все уладится. В прошлом году на водопроводе было почти 170 порывов. Еще 5 раз аварийная служба горводоканала выезжала на ремонт канализации. Общая протяженность водопровода в Петропавловске 326,5 километров. 65% находится в плачевном состоянии. Чтобы исправить ситуацию, по словам водников, в год необходимо менять примерно 20 километров труб. Однако сразу такой большой объем работы своими силами водообеспечивающее предприятие не потянет, поэтому решать проблему планируют поэтапно. Ирина Панфилова, Руслан Алиев. Итоги дня. Петропавловск. Шымкент получит статус культурной столицы СНГ в 2020 году. Об этом сегодня стало известно на сессии Международной ассамблеи столиц. Участники отметили эффективность программы культурной столицы Содружества. В разные годы этот статус в СНГ обретали Астана, Габала, Ош, Могилев. А в этом году он присвоен азербайджанскому городу Генджа. И сейчас время мировых новостей. Я передаю слово моей коллеге Жанне Аман. Добрый вечер, Марат, спасибо. Через несколько секунд я расскажу о том, сколько беженцев готова принять Франция и почему Йемену грозит гуманитарная катастрофа. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Германия извлекает выгоду из проблем Евросоюза, а именно зарабатывает на слабых сторонах других членов еврозоны. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе. Он назвал ситуацию, когда одни страны вязнут в долговых ямах, а другие на этом богатеют, нездоровой. Макрон высказался за единство и гармоничное развитие еврозоны. К слову, о собственном вкладе в развитие Евросоюза Франция предложила создать новые центры для беженцев к 2019 году на 12,5 тысяч мест. Об этом сообщил премьер-министр Эдуард Филипп. Он подчеркнул, что Франция будет стремиться принимать людей, среди которых, вероятно, есть и таланты, которые могут поспособствовать процветанию страны. Между тем, он раскритиковал работу служб, которые плохо справляются с выдворением из страны тех, кто не получил право считаться мигрантом. Около 40% просящих убежища не имеют доступа к центрам размещения, которые мы им предлагаем. С этим можно справиться только при помощи увеличения количества подобных центров. Что касается тех, кому будет отказано в праве на убежище, их будут систематически выдворять из страны.
Число жертв холеры в Йемене может значительно превышать официальные данные. Об этом накануне заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. По его данным, холерой в стране заражены больше 330 тысяч человек. 1700 человек уже погибли. О'Брайен отметил, что эти цифры могут быть неточными, поскольку у организации нет доступа к некоторым отдаленным областям. Ранее сообщалось, что эпидемия уже затронула 21 провинцию из 23. Ситуация усугубляется и тем, что в стране дефицит питьевой воды и нет средств на поддержку здравоохранения. Сейчас около 16 миллионов человек не имеют доступа к чистой воде, а голод грозит 7 миллионам жителей. Это все новости на сегодня, Марат. Продолжайте. Рахмет. С 1 июля в Казахстане официально стартовал первый этап системы обязательного медицинского страхования. Первые взносы должны поступить в фонд уже в августе. На что обратить внимание работодателям и какие категории граждан больше всего рискуют остаться за бортом новой системы, выясняла Полина Чехичина. Алматинский бизнесмен Максим Барышев – активный инноватор. В его офисе мгновенно появляются свежие технологические разработки. Когда вышел закон об обязательном медстраховании, предприниматель также одним из первых изучил правила. Разобравшись сам, начал посредством вебинаров разъяснять всем желающим сложные моменты. Например, в бизнес-среде бытует заблуждение о том, что проценты, которые работодатели будут отчислять в фонд, можно взимать с зарплаты сотрудников. Допустим, сотрудник получал 100% своей заработной платы на руки в июне месяце. Вот. Он также будет получать эти 100%. Вот. А процент за оплату в фонд медицинского страхования будет предприятие платить из собственных, из собственной прибыли. Так как данный вид отчисления является новшеством, то в информационных системах бухгалтерии данные функции не предусмотрены. Отчисления будут производиться работодателем по процентной ставке в зависимости от заработной платы сотрудника. Пока бизнесмены внедряют на своих предприятиях новые правила, врачи помогают алматинцам прикрепиться к поликлиникам и определить свой статус в системе. От этого зависит, кто оплатит страховку. За детей, многодетных матерей, пенсионеров, ветеранов и еще 10 категорий людей будет делать взносы государство. Все остальные вносят средства в фонд либо с помощью работодателей, либо сами. Определить статус можно в ближайшей поликлинике. Самозанятые, они должны будут с 1 июля уже производить свой объем оплаты, а неработающих мы должны были направить на налоговые органы, либо в соцорганы, чтобы они взяли свой статус как безработного. Доктора опасаются, что эти категории граждан могут быть лишены возможности лечиться бесплатно. Если экстренная ситуация возникла, то, конечно, никто не откажет в помощи. Скорая помощь, стационар, да и в поликлиниках экстренную помощь везде окажут. Откажут только плановой помощи, если он не застрахован. Когда наступит случай, когда вдруг ситуация у вас будет такая, вы можете спокойно рассчитывать, несмотря на то, что вы платите минимум, вы можете получить максимум помощи соответствующей, которая стоит десятки миллионов. К поликлиникам Алматы прикреплено более миллиона алматинцев. С 1 января 2018 года все они будут иметь возможность бесплатно и в любое время суток наблюдаться у доктора, а также проходить диагностику, сдавать лабораторные анализы, получать узкоспециальные консультации и плановую стационарную помощь при направлении своего врача. Полина Чехичина, Эдуард Кон, Нурдауле Джексыбаев. Итоги дня. Алматы. А вот о том, какие автомобили популярны у казахстанцев в цифрах, готов рассказать Саби Байбусинов. Он уже в студии. Саби, тебе слово. Спасибо, Марат. Как оказалось, своим предпочтением казахстанцы не изменяют. Самым популярным автомобилем в стране остается машина японского производителя Toyota Camry, но обо всем по порядку. Итак, с начала года официальными дилерами было продано почти 19 тысяч автомобилей. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Активнее казахстанцы покупали транспортные средства в первый месяц лета. За июнь реализовано 4176 авто. Несмотря на то, что автолюбители реже обзаводились движимым имуществом, тратили на покупки больше, чем в прошлом году – 471 миллион долларов. Это на треть больше, чем за первые полугодия.
полугодия 2016-го. В июне объем рынка превысил 102 миллиона долларов, побив результат годичной давности на 43%. В большинстве случаев автолюбители предпочитали импортные автомобили, это почти 68% покупателей. Они купили 12 799 авто, остальные, то есть 32% покупателей, предпочли машины сборки в казахстанских заводах. В цифрах это 6059 авто. И как я уже говорил, рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам отчетного периода возглавляют японские автомобили. За 6 месяцев 2017 года в республике продано 3949 таких авто. А продукцию российского автопрома купили 3398 человек. Третью позицию занял узбекский автопром, 1293 реализованных машин. Пятерку лидеров замыкает французский, 1291, и южнокорейский, 1171 единица. А вот наибольшую покупательскую способность продемонстрировали Алматы, 4675 автомобилей, Астана 3754 и Атырау 1285 автомобилей. Марат, такие цифры у меня сегодня. Продолжаю эфир. Спасибо, Саби. А мы продолжим дальше. Режим работы аэропорта Алматы изменится из-за профилактического ремонта полосы. Воздушные ворота будут закрыты каждый четверг в течение 4 часов. В таком графике порт проработает до конца октября, пока не закончится ремонт. Впрочем, на пассажирах ситуация не отразится. Прилеты и вылеты самолетов откорректированы, борты будут летать по расписанию. Параллельно ведется капитальный ремонт старой полосы. И его планируют завершить к декабрю. После модернизации самолеты смогут садиться и взлетать даже в сильный туман. 24 казахстанских туриста, пострадавших от банкротства компании «Элит-класс», заселены в отеле. Об этом рассказала председатель фонда туриста «Камкор» Инна Рэй. По мнению специалиста, банкротство зарубежного туроператора не должно сказаться на отдыхе других соотечественников. Казахстанские компании успели перебронировать отели. Между тем, консул Казахстана в Турции озвучил имена руководителей компаний «Банкрота». Основатель «Элит-класс» Кемран Межит и генеральный директор Расул Ризаоглу объявлены в розыск. «Элит-класс» – это турецкая компания, принимающая. Тот туроператор, который сейчас прогарантировал проживание в отеле «Сояна» для тех туристов, которые оказались без оплаты, он сейчас там с ним будет выяснять отношения, и я думаю, что каким-то образом... То есть сами туристы доплачивать ничего не должны? Да? Не должны, и они не доплачивали. О событиях в регионах нашей страны в традиционном дайджесте. За последние 3 года изъята самая крупная партия рыб осетровых пород. В Актау обнаружили больше тонны ценного груза. Этот вид рыб находится под угрозой исчезновения, и на ее вылов объявлен мораторий. 20 служебных квартир ждут педагогов, которые решат переехать в Шымкент. Сейчас в городе не хватает 270 учителей, в основном для начальных классов с русским языком обучения. Тем, кто откликнется, обещают дополнительную ставку. 11 особо опасных водителей обезвредили карагандинские полицейские только за один день профилактической акции. Большинство задержаны за вождение в состоянии опьянения. В рейтинге нарушений лидируют непристегнутый ремень безопасности и разговоры по мобильному телефону. Школьники Кустаная будут изучать правила дорожного движения по электронному учебнику. Авторы проекта – сотрудники местной полиции и специалисты Центра повышения квалификации «Орлео». Сотрудники казахского НИИ земледелия и растениеводства вывели больше 500 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных растений. Из них около сотни адаптированы для выращивания в Алматинской области. Археологи Приурале обнаружили уникальную могильную конструкцию, датируемую 6 веком до нашей эры. Место находки – курганный комплекс Тахсай близ села Федоровка Теректинского района. Именно там в 2012 году были найдены останки золотой принцессы, представляющие огромную ценность для истории Казахстана. С момента обнаружения первой ценной находки в курганном комплексе Таксай прошло 7 лет. Тогда местные археологи раскопали погребение знатной женщины сарматского периода. Тело, по предположениям ученых, было сожжено во время ритуала захоронения. Найденная в этом году погребальная конструкция подтверждает эти догадки. Удивила сама конструкция. Она редко такая встречается. Обычно это земляные насыпи. Да? Вот ее вскрываешь, эти земляные насыпи, идут могильные пятна, вскрываешь могилу и все.
А здесь они вырезали из глиняной, вот из глины эти блоки. Это были не одинаковые кирпичи, это были разных размеров блоки и выкладывались над могилой. И потом все это поджигалось. Я думаю, это ритуал какой-то отдельной группы племен раннего Железного века. Причем костры жгли так, чтобы сгорели именно кости погребенного, говорят археологи. Все остальные предметы, будь то оружие или посуда, как правило, остаются нетронутыми огнем. В этом уникальность конструкции, которую еще предстоит изучить. Пока ученые не могут определить точно, к какому периоду она относится. Возможно, это захоронение сарматов либо ранних кочевников, проживавших здесь в 6-4 веках до нашей эры. Подтверждается нашими находками, что все-таки сарматская культура, сарматы и до них савроматы, ранние кочевники, были здесь, а потом уже шли дальше на Волгу. Вот, к примеру, вот та находка Алтын-Ханшайм, мы ее относим к 6 веку до нашей эры. А те находки, которые были сделаны российскими учеными, вот все время в соседней Оренбургской области, это 4 век. То есть здесь было раньше. Курганный комплекс Таксай – не единственный уникальный памятник истории и культуры Приурали. За 15 лет археологи нашли больше 2000 свидетельств, доказывающих, что на территории области в средние века существовала развитая городская культура. В их числе городища Жаик, Жалпактал, Кархуба. Все они вошли в свод памятников истории и культуры Западно-Казахстанской области и представляют огромную ценность для отечественной истории. Асель Русалиева, Баладжар Алгасов, Канат Махмутов. Итоги дня. Западно-Казахстанская область. Впервые в Таразе проходит выставка печатей. Здесь представлено больше 200 образцов разных по форме и содержанию символов. Это печати, поставленные в метрических книгах во время Царской империи, в период репрессий, в годы Великой Отечественной войны и во время освоения Целины вплоть до сегодняшних дней. Историю печатей работники областного архива изучали в течение 2 лет. Удачным стало начало сезона для археологов Атырауского историко-краеведческого музея. В одном из курганов эпохи сарматов они обнаружили уникальные артефакты. Найденные предметы демонстрируют высокую культуру живших в Прикаспии во втором веке до нашей эры людей и позволяют взглянуть на их быт под другим углом. Одним из первых находки археологов увидел Виктор Сутягин. Золотые украшения, в том числе серьга очень тонкой работы. Полный набор серебряных пластин с узорами для пояса. Эти артефакты из сарматского кургана первыми привлекают внимание. Но, как говорят сотрудники музея, для них важнее найденные предметы быта и оружия. И поэтому самой ценной находкой они считают бронзовый казан. В захоронении его клали в редких случаях, за особые заслуги. Впервые нам удалось найти казан, украшенный декоративными ручками. На них изображение лошадей и антилоп. Это подчеркивает не только особое отношение сарматов к этим животным, но и говорит о высоком уровне мастерства и стремлении к прекрасному. Подтверждают это другие находки. В захоронении обнаружен хорошо сохранившийся колчан с деревянными стрелами. Ранее в Прикаспии колчаны для лука и стрел, а также ножны для кинжалов и мечей находили только из кожи. Это вполне соответствовало образу жизни кочевников. Оказывается, колчаны они делали из бересты, нанося на нее тонкий орнамент. То, что колчаны, многочисленные бронзовые и железные наконечники для стрел найдены в захоронении женщины, вопросов не вызывает. Сарматки воевали наравне с мужчинами, поэтому хоронили их как воинов. Сотрудники музея надеются, найденные артефакты в этом году не последние пополнения фондов. Через несколько дней они приступают к раскопкам древнего городища Лаэти, гибель которого окутывает множество тайн. Виктор Сутягин, Тимирлан Сунтангазиев, Амантай Матенов. Итоги дня. Атырауская область. Такой была информационная картина уходящего дня. Всего доброго!